Друзья, всем привет! Наконец-то наступил апрель. И я, как обещал, продолжил свое пешее путешествие от Твери до Индии по пути Афанасия Никитина. Сейчас нахожусь в Волгоградской области, прошел сегодня около 30 километров. Немного подустал, все-таки был перелом, поэтому организм привыкает к тяжелым нагрузкам. Раскрыл палатку неподалеку от дерева, рядом шоссе, птички поют. Именно так сейчас путешествует Евгений, в домашних условиях. Это единственный вариант для энтузиаста в нынешней обстановке. Но улыбчивый путешественник со своей супругой Марией вовсе не унывают. Собрав палатку в квартире, молодые люди вечерами устраивают поэтические эфиры, играют на гитаре и поют. К тому же призывают и волгоградцев также принять участие в их конкурсе «Путешествие вокруг дома за 80 дней». Конкурс будет проводиться по нескольким номинациям. Лучшая фотография, лучший рисунок, детский, взрослый – стихи, рассказы, музыкальные произведения, анимация и оригинальный жанр. С правилами участия вы можете ознакомиться на странице Евгения в социальных сетях, а также на сайте volgograd1.tv. Фантазируйте, мечтайте и ни в коем случае не унывайте. Именно к этому призывает позитивный путешественник Евгений Кутузов из Санкт-Петербурга.